кому бы вы сегодня хотели обратиться? Я хотел обратиться к Михаилу Михайловичу Котякову по вопросу невыплаты задолженности по заработной плате. Все дело в том, что из-за халатного отношения к своим обязанностям конкурсного управляющего Пивоварова Сергея Константиновича 296 работников, бывших работников ФСЗМК, остались без зарплаты. Суммы приличные. Если судить 290 работников на 19 миллионов, в среднем получается 60 тысяч на человека. В среднем. Но есть у кого 140 тысяч, у кого 20 тысяч. Колеблется в этих пределах. Вот. Наше обращение, трехлетнее обращение в прокуратуру, в арбитражный суд, результатов не дали. Последнее обращение в арбитражный суд. Сложилось такое впечатление, что суд его не рассматривал, не сообщил даже о месте проведения арбитражного суда, не рассмотрев наше обращение, успешно закрыл конкурсное производство. То есть лишил последней возможности людей, маленькой возможности людей, получить свою зарплату. Мы сейчас остались выкинуты просто, ну, будем говорить так, в никуда, на улицу. Вот. Обращение прокуратуры тоже создает определенные вопросы. Почему прокуратура, зная, что есть нарушения закона, федерального закона 127-го, нарушение Трудового кодекса Российской Федерации, нарушение Конституции Российской Федерации, прокуратура не находит оснований для мер прокурорского реагирования. Есть нарушение закона, оснований нет. Хочется еще раз обратиться к Михаилу Михайловичу. Когда мы смотрели вашу инаугурацию, вы обещали помощь простым людям. Пожалуйста, помогите нашей ситуации. Спасибо за внимание.